Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force от Marvel. Ну что же, настало время сегодня открывать мне новых персонажей. Ну что ж, поехали, друзья мои, и начинаем мы с вами с вербовки Доктора Стрэнджа. Поехали. Давненько я тебя хотел получить, но как-то все не получалось, друзья мои. У меня, кстати, очень мало денег, я не знаю, хватит ли у меня всех завербовать. Так, и... Да-да-да, именно он. Сколько у него звездочек? Воу-воу-воу, тихо-тихо. У него 3 звезды доступные. И еще, ребята, 4, как говорится, в запасике. Так, заряд Балдхака и ветры Ватумба. Ну ничего себе у него название, да, скиллов. Хе-хе, фиг запомнишь. Так, друзья, следующий у нас это будет Танос. Наконец-то я на него накопил ДНК. Кстати, я буду его прокачивать. Он довольно хороший танк. Вербуем. 20 тысяч, елки-палки, у меня, друзья, денег-то все меньше, меньше и меньше становится. Танос, у него, друзья, как мы видим, 3 звезды. И доступно мне в данный момент кулак мощи и яростный штурм. Пока не знаю, что это за скиллы, друзья, я его не юзал, но все у нас, как говорится, впереди. Следующим будет Черная Пантера, надеюсь, что будет, надеюсь, что у меня хватит денег. Нет, не хватает, ну что, друзья, наверное, надо подзаработать, наверное, маленечко, да, и продолжить... Как говорится, открытие персонажей. Так, достижение мы с вами какое-то получили. Это собрать 16 персонажей типа мистик. Отлично, вот 25 тысяч нам доступно уже. Хорошо, это только начало, друзья мои. Давайте посмотрим, что у нас по припасам здесь есть. Так, мне хотелось бы посмотреть, какая сфера мне в данный момент доступна. А, ну это базовая сфера. Ладно, друзья, давайте откроем и посмотрим, что нам выпадет отсюда. Ага. Так, я уже не помню, что это за персонаж. А, Псайлок. Угу, Псайлок. Я даже не знаю, откуда она, если честно, друзья. Что это за Псайлок? Так, и нам доступна еще какая-то сфера. Давайте глянем, где она и что она нам даст. Так, погоди-ка. А, сфера за этапы. Получи до 10 осколков выбранных персонажей. Давай глянем, кто нам выпадет на этот раз. Да что ж ты будешь делать, друзья мои, вот верьте, не верьте, но этот муравей меня достал, он постоянно мне выпадает, везде. Именно этот человек-муравей, господи, надоел уже, назойливый он. Так, сфера налетчика, давайте-ка тоже мы с вами откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Угу. Так, это у нас штурмовик, а нет, это у нас наемник-спецназовец. Получаем, и, кстати, немножко даже заработали с вами деньжат. Так, и здесь у нас, ага, за кредиты мы можем с вами взять определенные... Так, я думаю, что вот это мне нужно. Лиловое снаряжение техники. Так, ну-ка, отлично, вот это вот мне и нужно было. Так, все, да, вроде бы? Да, 1000 кредитов, а нужно 2000 для того, чтобы открыть. Слушай, ну с деньгами-то пока туго на самом деле. Давай-ка посмотрим, что у нас есть. Так, тут не хватает у нас кредитов. Здесь маловато, здесь 125-650, кстати, вот это вот что у нас? Элитные кредиты войны. Элитные кредиты можно потратить на сферы и припасы в магазине войны. В магазине войны, это где у нас такой? Друзья мои, где у нас магазин войны, кто мне подскажет? Так, я знаю, что у нас войны альянсов есть. Может быть, здесь у нас как раз и магазин. Сейчас мы с вами глянем это дело. Что-то долго у нас, конечно, здесь идет прогрузочка. Кстати, в первой войне, это у нас была вот первая война, и мы в ней одержали победу. Так, друзья мои, сведения о лиге. Так, какие у нас тут сведения? Найти меня. Ой, я, наверное, где-то, ребята, в самом низу. Меня вообще здесь нету. Так, награды. Это за первое место, да? Это за второе, это за третье. А у нас бронзовая 1 получается, да? Бронзовая 1. И что я тут, друзья? Слушай, я не знаю, где здесь можно потратить 100 лучших. Не могу понять, где здесь, друзья мои, магазин. Может быть, вот здесь? Так, сколько у меня? 650. Но здесь нету. Ну-ка, может быть, в сферы? Ага, 650 есть, друзья, и я могу потратить, значит, на что? Так, тут оранжевое снаряжение, да, а здесь у нас фиолетовое снаряжение. А здесь синее. Так, ну что, я, наверное, буду вот... Так, погоди-ка, друзья, куда меня опять перебрасывают? 500, да? Давай, потратим, фиг с ним. Все равно больше не на что тут тратить. Кстати, неплохо, по 10 штучек нам выдают.
И это на самом деле крутенько. Так, ну что же, на этом все, да? Мы с вами, как говорится, все потратили. И я возвращаюсь обратно, как говорится, в родные пенаты, в свои края. Надо будет дальше вербовать нам наших героев. В данный момент у меня всего лишь, по-моему, 38 тысяч. Ну, одного героя мы с вами... А, 42 тысячи. Ну что ж, хорошо, нам бы 50 тысяч получить, да? Чтобы могли мы с вами еще двух персонажей открыть. Так, здесь с деньгами не фартит, как вы видите. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Ага, здесь то же самое, с деньгами не фартит, но дают нам зато кредиты. Ладно. Кредиты это тоже на самом деле хорошо. Так, по событиям, что у нас, друзья, здесь? За Асгард. Осколки Асгарда умноженные на 2. Это у нас в бонусе идет. А ну-ка давай посмотрим. Хм. Подожди-ка. А смысл? Если мы за Асгард с вами, да? Бонус. Давай-ка посмотрим. Ты можешь получить не 2, а 4 осколка детей Асгарда за прохождение узлов кампании. Все, я понял теперь, к чему они намекают. Сейчас я вам покажу, друзья, в чем здесь выгода. Так, но сначала нам нужно вот здесь посмотреть, какая сферочка. Ага, опять же за этапы. Давай-ка глянем, что нам здесь выпадет. Да елки-палки, одни эти наемники, да всякая шелуха выпадает. Здесь опять можно получить снаряжение. Давай вот это вот, что ли, получим, так уж и быть. Два шприца и... Нет, все не то. Не то выпадает, что мне на самом деле нужно. Так, а мы можем с вами по припасам пробежаться? Так, сколько у меня муравья этого? Уже 94 накопил я. Так, ну что, кросик совсем немножко осталось. Буквально, ребята, 120, как говорится, ДНК. И он у меня будет прокачан по фулочке. Можно потратить, конечно, на Люка Кейджа. Можно, да? Но я пока не буду. Друзья, я не буду. Пригодится, я думаю, мне... Эть, подожди-ка, нифига себе. 25 тысяч тратить. Нет, я лучше потрачу на персонажика. Ну что, друзья, будем вербовать с вами Черную Пантеру. 20 тысяч, да, за вербовку. Так, сколько звездочек? 3 звезды. Удар когтями и дух охотника. Мне открываются скиллы. Ну что ж, давай посмотрим дальше. Спасительница. Воу, она дешево стоит, ребят. Всего лишь 1000, давай. Слушай, она мне, знаешь, кого напоминает? Серебряного серфера, да? Вот чем-то издалека. Так, сверхзвуковой, что там? Репу... Что репу? Какая репа? А, репульсор сверхзвуковой и технощит. Ага, отлично. Ну и, по-моему, у нас, ребят, еще два персонажа. Это Кинг Пин. Так, сколько? Всего лишь 1000 тоже, да? Такая шайба, да, ребята? Такой громозека. Не уступает Халку, елки-палки, по своим этим пропорциям. Так, избиение и босс преступного мира. Так, и последний персонаж на сегодня, это у нас охранница Аим. Ну что же, вербуем тоже 1000-ку мы с вами тратим. Отлично. 2 звездочки. Великолепненько. Так, друзья, я не знаю, теперь мне как-то надо будет прокачать. Ну вот кого? Кого там из них в первую очередь, пока без понятия. В данный момент я до сих пор качаю Кри. Да, я по вашим просьбам Минерву прокачиваю. В данный момент она 70 уровня. Она круче всех 70 уровня, остальные все 65-го, 67-го. Вот кросик еще. Ну-ка, хватит. А, у нас денег нету, друзья, чтобы его проапать. Там уже за один ап нужно по 200 300 тысяч отдавать. Да-да, на высоких уровнях это так все происходит. Но зато мы можем вот прокачать вот этих вот... тихо, подожди-ка, у нас еще наемник-спецназовец может получить новый ранг. Как раз 19 тысяч. Последние деньги, ребята, трачу. Этап завершен, крупный игрок. Ну что, наверное, пока и все, друзья. Ну что же, а мы... Так, достижение какое-то опять получили. Собрать 24 персонажа типа техно. Отличненько. Так, давай-ка зайдем сюда, посмотрим, что у нас на этапах. Подожди, что ты делаешь? Зачем ты меня перебрасываешь туда, куда не нужно? Ну, у нас, кстати, энергия с вами есть или нету? У нас энергии 72 всего лишь, да? Так, заберем тогда здесь реварды все, что мы с вами... Так, интенсивную тренировку я сделал.
Прогресс кампании героев — это уже у нас тоже сделано. Общий прогресс кампании сделан. Во всеоружии мы с вами сделали. Опять во всеоружии. Вызов принят. Чемпион налетов. И вскрытие сфер. Вот так вот. У нас тут 3000. Так, и у нас остается участвовать в трех миссиях Союза злодеев. Также нам нужно купить 3 припаса. Давайте начнем с припасов, наверное, с вами. Так, опять что-то у нас тут. Сфера какая-то открылась. Какая? Давай посмотрим. Так, ага. Ну давай, порадуй папочку чем-нибудь хорошим. Ну, неплохо, дрожь. Отлично, 10, как говорится, ДНК на нее нам выпало. Это крутенько. Так, купить 3 припаса, да? Давай-ка мы... Вот эти вот штучки нам нужны, но у нас... Нам нужны, наверное, лиловые. Так, я еще, знаешь, что хотел? Королевского стража прикупить. 360. И хочется, и колется. Да, друзья, и хочется, и колется. Так, 8000. 0. Конечно, возьмем. Так, здесь у нас сколько? 70 штук. Это нам не нужно. Это нам тоже не нужно. Бета-ткань. Перебьемся. Ой, тактика ближнего боя. Тоже перебьемся. Да что ж такое-то? Ладно, в любом случае, мне нужно купить 3 предмета. Поэтому возьмем что-нибудь такое вот здесь купим. И, пожалуй, вот это вот. Все, друзья. Можно завершать, как говорится, задание. Дальше сделать один вклад. Давайте сделаем с вами вкладик. Ага, подтверждаем. И забираем. Отлично. Так, здесь мы забираем задание. Смотрим дальше. Участвовать в трех миссиях. Ну, в трех миссиях, друзья, мы с вами знаете, как будем делать. Раз у нас идет бонус за Асгард, да, значит, нам нужно с вами найти, кто у нас там может открыться, Локи, может быть. Сейчас глянем, давай посмотрим. Так, здесь бонуса никакого нету, да, здесь, естественно, тоже. Хм, нету, друзья. Так, ну, Грута я брать не буду. Железный кулак тоже, честно говоря, мне не особо нужен. Подожди-ка, а мы разве с вами Локи не можем нигде найти? По-моему же он вроде где-то дается. Так, сейчас, секундочку. Где у нас Локи? Так, Локи, давай, не прячься. Найти. Сейчас посмотрим, если, ребята, мы его можем открыть, он нам покажет, где будет доступен. О-оу, он нам нигде не доступен, так что с Асгардом придется, друзья мои, пока повременить. Ладно, хорошо, давай просто тогда выполним любое задание, да, участвовать в трех миссиях злодеев. И вот здесь начнем. Так, погоди-ка, сейчас мы с вами, вот, я лучше буду искать персонажей Кри. Так, что, не хватает? Ладно, фиксим, давай, так, потратим. И 4 штучки, замечательно. Так, забираем задание. Выиграть 2 боя на арене. 2 боя на арене. Так, это, конечно, все хорошо, 2 боя, да? Но мы что-нибудь с вами другое сейчас посмотрим. Так, друзья мои, компания, налет. Что у нас по налету? Доступно что-нибудь или нет? Так, это я, это Redwood. А если мы нового соперника с вами? Во, Waybill, вот это я понимаю, друзья. Давайте попробуем его сейчас наказать, естественно. Ну, сами понимаете, что сейчас все будет довольно легко и просто, потому что он у меня намного слабее. Но хотелось бы еще на ареночке выиграть, если честно. Так, 99%. Ну, давай быстрее прокушайся, что ты там телепунькаешься. Но все-таки хорошо, что мы с вами, друзья, получили Таноса. Мы его теперь будем прокачивать. И все будет, как говорится, замечательно у нас. Ну что, начнем. Сколько у нас тут? Врагов 5 всего лишь-то. Ну давай, с муравьишки, пожалуй, мы и начнем с вами. Так. Тихо. Пока не будем мы, друзья, их отравлять. Да иди ты в пень. Ты посмотри, что делает, а? Ладно, берем провокацию на кросика и... Ай-яй-яй. Слушай, ну паучок, а, ребята, у него, смотрите. У него регенерация стоит, да? У этих на контратаку. Смотри, что мелкий делает, а? Заблокировал мне способности, упыреныш. Слушай, он достал уже. Ладно. Нам нужно как можно быстрее, друзья мои, наказать его. Ну, крепкий, ничего не могу сказать. Сейчас, а, мы уже его добили. Так, повесили кровотечение аж двойное.
Да ладно, а, в невидимость, да? Ладно. Тогда давай, наверное, мы с вами оперативника. О, массовая атака от кросса. Шикарно. Ну что, сносим тогда оперативничка мы с вами, да, наверное? Да, я думаю, что мы снесем оперативничка. Вот так вот добили. Дальше, наверное, вот этого вот стрелка. Почему ты именно вот сюда? Я же тебе стрелка хотел, чтоб ты снес. Давай в провокацию встанем, да? А вот так вот. Отличненько. Защита от смерти у нас. Это очень хорошо, на самом деле. Опа. То есть, если он, друзья мои, стоит в невидимости, но бомбит, то мы его имеем право контрить, да? И это, кстати, на самом деле хорошо. Ну что, минус? Все. Победа за нами, друзья. Я даже нисколечко не сомневался, потому что противник на самом деле был слабее нас в разы. Ладно, давай посмотрим дальше. Сможем ли мы участвовать? Так, у нас 185 вот этих вот колбочек, естественно, сможем. Но это будет у нас последний с вами бой. И давай-ка мы, наверное, возьмем командора с вами, да? Да, он тоже слабее, но мне-то нужны, как говорится, кредиты и очки. Поэтому тут, как говорится, выбор не особо велик. Чем слабее противник, тем больше шанса, естественно, победить. Но здесь Люк Кейдж, и он... Слушайте, он и хиллер, он и провокатор. И вообще на нем именно вся команда здесь и держится. Естественно, вместе с карателем. Ладно. Давай будем как можно быстрее гасить Люка Кейджа. Это в первую очередь нам нужно сделать. Пока тут не начал всех, как говорится, бафать, усиливать и так далее и тому подобное. Так, на нем висит кровотечение, это хорошо. Сейчас будет потихоньку он терять здоровье. Но у него есть регенерация, об этом не стоит забывать. Вот он начал себе влеплять, защиту от смерти поставил. Соответственно, мы его... Если он даже погибнет, то он не умрет, друзья мои. Как бы у него жизни будут на критическом уровне, но он все равно останется в живых. Мне главное, чтобы Минерву мне не подбили. Это будет очень печально, на самом деле. Потому что Минерва — это все здесь для меня. Это единственный хиллер в моей команде. Причем она может ресануть любого погибшего персонажа. Так, есть. Кейджа мы с вами завалили. Ну, скажу я вам одно, что дальше все пойдет вообще на изи. И будем мы с вами уничтожать, естественно, карателя. Так, подожди, кто у нас? Я же думал, там кто-то под провокацией стоит. Но ничего подобного. Ну, видите, да, без Кейджа они все ватные сразу же. Так, кровотечение повесили. И массовая атака от кросса. Ух. Так, паучок, да, у нас только видимый пока. Ну что ж, давай с паучка, наверное, начнем. О, паучок, паучок. Не повезло тебе, родной. Не повезло. Так, дальше у нас кто? Вот. Давай, 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 проявись. Все, ей хана. Электро погибла, друзья мои. Ну что, оперативник щита. Он, типа, знаешь, в невидимости, думает, его не видно. Значит, мы по нему попадать не будем. Но он здесь один остался, так что... Естественно, мы ее сейчас и уничтожим здесь. С полтычка причем. Что он там делает? Воу-воу-воу, ничего себе, ребята, да, она вызвала подмогу себе. Нехило там регенерация, что только там не висело на ней. Хе. Но, тем не менее, ничего ей не помогло, и мы сразу переходим дальше с вами. Так. Ну, ать, чуть-чуть, буквально, друзья мои, чуть-чуть не хватило. Ладно, у нас, по-моему, еще будут, да? Так, 85, ах, не хватает. Тут уже соточка нужна, друзья, не хватает. Обидненько, конечно, маленечко. Ну ладно, что ж поделаешь с этим. 94% я сделал. Этап 8, а их, по-моему, всего 10, если я не ошибаюсь. Так, друзья, ну что же. О, сферочка у нас одна готова. Давай посмотрим. Боевая машина. Пока, как видите, у меня ее нету. Ну что, у нас там по заданиям. Давай посмотрим, друзья, что у нас там с ареночкой творится. Есть ли подходящий противник или как всегда. Ну, вы видите, да, у меня в данный момент 118, ну почти 119 тысяч мощей. И тут началось 177, 215, 146. Ну вот куда вот мне с ними тягаться, а, друзья, ну вот куда. Это беспонтово и бесполезно, на самом деле. Меня тут разберут моментально. Да. Никого нету из подходящих. Просто никого. Ну, это еще более-менее приближен к нам, да? Но опять же, посмотри, сколько звезд у них. Тут еще... Ай. Массовики-затейники.
Да. Нет, можно, конечно, попробовать, можно рискнуть. Но я знаю, что вот эта вот голубушка очень нехило хилит. Мало того, что хилит, она еще там бафы такие вешает. Тут тоже команда Кри, с ней не поспоришь, друзья. У них синергия там, будь здоров. Ладно, давай смотреть что-нибудь дальше. Так, ранг такой-то. У всех практически фуловая прокачка. Посмотри, у всех персонажей. Тяжело с ними драться, очень тяжело, друзья. Я наверное, не... А, во! Во, нашел я что-то для себя. Так, друзья, ну, команда Кри, попробую. Ну, я не уверен, мне кажется, Феникс сейчас нас тут просто раздеребанит. Тут у него тоже хилерша, да, получается. Тоже может рисануть любого персонажа, я не знаю. Друзья мои, Минерва — это еще та стерва, на самом деле. Сам знаю, потому что сам за нее играю. Так, друзья. Ой-ой-ой, я думаю, что сейчас мне тут будет вообще не сладко. С этой командой, друзья, мне будет очень-очень не сладко. Ну что, начнем, наверное... Ага, Минерву хотел. Не получается. Он взял на себя провокацию. Да, ну что, попробуем, друзья мои? Или нет? Или да? Я пока воздержусь. Так, берем контратаку. Да ну, мне кажется, мы не сможем здесь выиграть. Твою ж маковку. Заблокировал нам способности у некоторых персонажей. Ты посмотри, что творят, а? Посмотри, что творят тут с нами. Жесть какая-то. Ну. Эть! Ну, почти, друзья, почти. Так, попробуем так вот сделать. Отлично. Она сейчас в ответку, да? А кто бы сомневался бы, друзья мои? Кто бы в этом сомневался? Что она будет в ответочку нам это сразу же все делать. Нам бы хотя бы одного пробить. Ну, естественно, подмогу, да? Призывает себе. Ой-ой-ой-ой, друзья мои, Минервочка, Минервочка моя. Они даже кросса пробивают, ты прикинь. О-хо-хо, друзья. Очень-очень все печально для меня здесь. Минусанули. Кросса минус, друзья мои. А я еще никого из них не подбил. Сейчас, по-моему, еще кого-то мы потеряем с вами. Если не изменится ничего. Так, успеем или нет? Как, друзья, думаете? Давай резать кросса. Воу-воу-воу-воу-воу. И они сразу же на него, да? Сразу же. Ну, бомбим. Хорошо. Друзья, есть шанс небольшой. Так, Минерву надо как-то уничтожить. Твою мать, она тоже резает, да? Нет? Ну да, тоже резанула. И еще и защиту от смерти повесила. Тогда будем, наверное, валить именно ее. Да как ты меня, Феникс, бесишь? Бэу. Не, друзья, тут без варика. Ну, вы сами все видите прекрасно, что тут творится. Против команды Кри тут не поспоришь. У меня-то солянка здесь. Была бы у меня здесь действительно команда бы сбалансированная, я бы, может быть, еще здесь что-то смог сделать. Так, ну, по крайней мере, Минерву мы уничтожили. А это означает что? Что они лишаются хиллера. А мы лишаемся с вами кросса. Ой, Минерву убрали. Друзья, ну все, тут, по-моему, наша песенка спета, на самом деле. Как ты меня бесишь, а, обвинитель вонючий, Ронан. Серьезно тебе говорю, он меня раздражает прямо. Не, друзья, фигня получается полнейшая. Я думал, что смогу справиться, но чутье меня подвело. Да, друзья, сфейлился, ну ладно. Обидно, досадно, да ладно, как говорится, ничего с этим не поделать. Ну что, поехали тогда посмотрим, что у нас есть по заданиям. Может быть, где-то дальше сможем продвинуться, у меня как раз тут надо кое-какие делишки сделать. Так, что у нас тут такое? Что такое открыть? А, нет, я не хочу идти пока на битвы на эти. Давай-ка мы посмотрим, что у нас по компании. По компашке. Битвы за космос. Где мы с вами остановились в битве за космос? Ага, возможные награды. Ну, как-то, друзья, надо открывать мне ее. Потому что ее у меня еще нету. Ну что, погнали? Не так быстро, да? Сражаясь с противниками, команда должна покинуть планету до того, как база с генератором порталов взлетит на воздух.
Ух! Поспешим, крепость вот-вот взорвется, говорит Тор. Почти выбрались, осталось только разобраться с этой толпой врагов у нашего корабля. Так, ну что, друзья мои, а я могу? Я могу, могу взять королевского стража. Во, смотри, какая классная синергия идет, да? Вот еще бы нам, не знаю, гамурочка. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Хотя можно, знаете, что сделать, друзья? Полную синергию, и если мы с вами возьмем, например, того же самого Карата. А? Так, а почему-то теперь у нас Дракс не в тему. Давай берем Дракса и поставим, наверное, аристократочку. Ух, друзья, посмотрим, как у меня в эта командочка будет рвать противника. Если будет, конечно, если у нас с вами все это получится. Но, тем не менее, полная синергия — это то, что нужно нам. Давайте-ка посмотрим. А, кстати, что? А, ну да, Феникс, она тоже же получается из команды Кри. Да-да, только сейчас я вспоминаю. Вам не уйти с этой планеты живыми, говорит великий ученый. Так, друзья, осталось врагов 11. Ну что же, будем стараться. Погнали. Надо вначале нам, мне кажется, Йонду убрать с поля боя. Так, этот у нас провокатор будет, да? Пока он ничего не сделал. И хорошо. Так, кровотечение повесили. Ну, я думаю, что он сейчас возьмет провокацию в любом случае на себя. Так, а ну-ка. Совсем чуть-чуть осталось. Так, давай молот бросим. Вау, Йонду мы с вами убрали. Так, у меня кого-то там уничтожили или мне показалось? Так, ну что, теперь, думаю, вот этого надо. Ага. Кто там? Укрепитель Альтрона взял на себя провокацию. Я думаю, что он зря это сделал. Я думаю, что он это зря сделал, друзья мои. Хорош. Так, теперь этот на себя взял, да, провокацию? Ладно, блокируем, попробуем. Блокировка способностей. Ух. Так, если сделаем. Но есть. Альтрончик, как говорится, отдыхает у нас. Ну, а мы с вами продолжаем, друзья. Ну что, теперь, наверное, будем вот этого, да? Опустошитель-борец. Так, берем провокацию. О! Так, 9 врагов. То есть еще будет одна волна после этой, да? Я так понимаю. Так, ну, вызовем подкрепление себе. И будем потихонечку их, друзья, бомбить. Массовая атака. Ох, оглушенненький. То, что нужно нам. Минус. Так, а вон там у нас что там? Великий ученый стоит, да? Надо его, наверное, друзья мои, немножко потеребунькать. Так, сейчас мы должны, в принципе, ее отсюда убрать. Лечение. Что там она сделала? Я не вижу, друзья мои. Что-то она там химичит. Я уж думал, мы ее подбили, но не тут-то было. Так, давай-ка попробуем кровотечение повесить на нее, да? Аристократочка, ну-ка. Отлично, добьем. Ай-яй-яй, еще один удар, и ей, в принципе, ханарики. Так, друзья мои, 7 врагов еще. Ну что, погнали. Мне кажется, что здесь будет Альтрон. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что здесь делают громилы Кри? Интересно. Очень интересно, друзья мои. Так, 7 противников, да? Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как раз это последняя бригадушка, да, их нет. И я думаю, что мы здесь будем сейчас применять все массовые атаки, которые у нас с вами остались. А это у нас... Ну-ка, давай так сделаем. Бомбанить в нее. Ага, не пробили что. Ну, я думаю, еще один удар. Он от контратаки погиб. Ладно, друзья мои. Вешаем на них кровотечение, на всех. Сами, естественно, отхиливаемся. Кого бы нам бомбануть-то? Бомбануть нам надо вот этих, по идее, да? Или же... Испепелитель? Ну-ка. Так, я думаю, что ему сейчас, друзья, хана придет. Минус один испепелитель. Так, это у нас опустошитель ткач. Но мне нужно убрать громилу Кри. Громилу Кри будем с вами убирать. Потом второго, наверное, да? Потом возьмемся за ткачей. Ну? Так, кровотечение не висит. Я думаю, что ему хана на следующий ход. Поэтому его даже можно и не трогать. У него два кровотечения стоит. Так что давай вот этого громилу бомбить уже потихоньку. Ну? Так. А если вот так вот сделаем? Ах ты, елки. Не, не успел отличить. Он все-таки все равно погиб. Так, это у нас усиление атаки, да?
Пробафались они. Ну ладно, я думаю, что это им не поможет. Друзья мои, не должно им помочь. Минусанули. Так, ну что, ткачи, доигрались. Блокируем способности. Всем причем. Массовая атака от Тора. Ух. Сосунульки. Минус. И давай еще вот этого ткача с вами уберем с поля боя. Он нам тут не нужен. Ну что же, друзья мои, отлично, прошли. Уничтожив энергостанцию Ультимуса, мы помешали ему перебросить в наше измерение больше войск. Рад был помочь. Теперь нужно собрать сопротивление Кри и отбить их родной мир. Ах да, совсем про это забыл. А может завтра этим займемся? Что-то я подустал геройствовать. Нам нельзя терять время, Звездный Лорд. С каждой минутой Ультимус становится все сильнее. Ну ладно, надо так надо. Но ты проставляешься, как закончим. Если выживем, выпьем лучшего асгариадского эля. Вот это по мне. Поехали. Так, ну что, друзья, мы с вами прошли, как вы понимаете, да? Победушка за нами, но на 2 звезды. Это, кстати, плохо, что на 2 звезды мы с вами не сможем фармить этот уровень. Соответственно, я не смогу получить этого ученого. Но возможность перепройти, конечно же, у меня будет. Так, ну что, друзья. Братская любовь. Помоги Локи проникнуть на боевой корабль Кри, который летит на Халлу. Это у нас, я так понимаю, последнее испытание, да? 3 глава, 4, как мы видим, нету. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут, друзья. Локи, ты знаешь, я бы не пришел к тебе, если бы пожел... Локи, ты знаешь, я бы не пришел к тебе, если бы положение не было столь отчаянным. Не надо лезть, брат. Мы просим тебя помочь проникнуть на Халлу, родной мир Кри, и свергнуть Ультимуса. Зачем я вам? Нам потребуется хитрость, скрытность и обман, и я знаю, что в этом тебе нет равных. Я сейчас покраснею. Я вам помогу. Правда? Если что, я заготовил великолепную речь о преданности и правом деле, и... Недостаточно того, что ты будешь у меня в долгу. Следуйте за мной, кажется, я знаю, как можно проникнуть на планету незамеченными. Так, вот это уже интересно, друзья. Ну что, я думаю, команду мы с вами менять не будем, да? Будем также командой Кри руководить. Поехали. Мне интересно посмотреть, что здесь такого у нас интересного дальше будет происходить. Если избавимся от охранников корабля, я смогу замаскировать нас под его команду. Это позволит нам незаметно пробраться на планету Кри. Ага, вот так вот. Ну что ж, друзья, давайте разбираться. Значит, всего врагов здесь 10. В данный момент у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестеро, да, еще четверо прибудет позже маленько. Так, начнем, наверное, мы с вами с громил Кри. Так. Неплохо, вжарили. Так, кто у нас вот? Второй взял провокацию, да, на себя? Угу. Ладно, раз они взяли провокацию, будем... Так, а это у нас что такое, друзья? Накладывает ослабление защиты на основную цель на 2 хода. Это у нас Локи, да, делает? Ну, давай попробуем. Так. Кровотечение повесим. Замечательно. Вызовем подмогу. И будем бомбить дальше. Дальше, дальше, говорю, бомбить. Нам нужно его уничтожить. Отлично, шикарно. Это тем более предспешник был. Это не основной наш юнит. И он довольно неплохо бомбит, на самом деле. Так, друзья мои, нам нужно того громилу уничтожить. Сейчас мы этим будем с вами заниматься. По-моему, опять кого-то, да, подбили? Или мне показалось? Наверное, все-таки мне просто показалось. Так, минусанули еще одного. Ну что, теперь испепелитель Альтрона. Так, блокируем способности. Но не всем, да? Этот все-таки гаденыш умудрился как-то избежать. Так, провокацию, я думаю, брать нам не стоит. Будем просто их бомбить. Так, минервочку, да, такой-то? Что это у нас такое? Оу! Всех сделал невидимыми. Это хорошо, друзья мои. Но с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо, потому что он у нас подставляется под атаку. Они же будут сейчас его бомбить, так ведь? Да, скорее всего, так оно и будет. Могли бы взять, конечно, и провокацию с вами. Провокацию, я имею в виду, на громилу Кри. Но, как видите, пока все у нас тут хорошо.
Так, двоих убиваем, и должна еще четверочка здесь прибыть. Я уж не знаю, кто там будет. Так, тихо, не буянь, парнишка. Так, друзья мои, ну, попробуем. 61 уровня этот охламон у нас. Ого. Что-то он сопротивляется очень довольно сильно. Да что ж ты будешь делать, а ну-ка, ослабление. Слушай, ты посмотри, какой крепкий, а. Что с ним не так? Почему мы его не можем никак пробить, друзья мои? Так, и вот последняя четверка игроков. Так, ну что, с громил икри начнем, наверное, да? Потому что он все равно поставит на себя провокацию, как ни крути, рано или поздно. Поэтому нам нужно, естественно, его уничтожать. Так, кровотечение. Так, что у нас так? Подрывник-опустошитель? Давай, наверное, его сейчас быстренько раскромсаем. Так, замедление, это очень хорошо. Так, давай-ка. Еще бомбань. Слушай, ну прикольно, это прожигающий удар у Локи вообще ништяковый, на самом деле. Надо будет взять на заметку, я же его не прокачивал. А есть, наверное, смысл его прокачать. Так, тихо, не надо буянь, родные мои, не надо. Так, подмогу вызовем. Еще давай прожгем, видели как? Отлично, жжет. Эть, минус. По 6000, это не, довольно не кисло, на самом деле. Так, ну-ка. Атакуйте. О! Приспешнички. И опять же Локи. Нормуль. Друзья, по-моему, на 3 звезды. Попасть на борт легко, сложно добраться до Хала незамеченными. Это точно, друзья мои. Ну что же, победа на 3 звезды вообще идеальненько. То, что нужно. Хм. А что же там тогда дальше будет у нас? Ну, мы с вами попадаем, да, на корабль Халлы. Так, почти на месте. Продолжай пробиваться к ангару с боевым кораблем Крии. Да? Ну, противники довольно ватные, хотя и много их. Ну что, давайте, ребятушки, еще один, наверное, бойчик с вами проведем, я думаю, да? Убедить Крии поднять бунт против Ультимуса будет непросто. Во главе восстания стоит Ронан Обвинитель. Он пользуется большим уважением у Крии. Мне было бы куда проще замаскироваться под их лидера и возглавить восстание. Давай сначала зачистим эту секцию корабля, а о завоевании мира посредством хитрости и обмана подумаем потом. Ха-ха, Локи бы все пошутить да помудрить. Ну что, друзья мои, поехали? Скоро вы все станете детьми Ультимуса, говорит нам не было. Угу. Так, 12 врагов у нас здесь будет. Так, здесь у нас Кри. Ладно, погнали. Так, тихо. В провокацию встала, громилушка. Еще и сопротивляется. Слушай, друзья, по-моему, здесь будет сложноватенько на самом деле. Так, ладно, попробуем. Ослабление защиты сделать. Кровотечение повесить. Так. Подкрепление. Призовем с вами и начнем бомбить потихонечку. Так, Минерва, ты, главное, держись у меня, родная моя. Так, возьмем тоже провокацию на громилу. Вот так. Так, теперь у нас тот взял провокацию на себя. Блин, что ж ты будешь делать? Так, в невидимость упали? Нет, друзья мои, неужели Локи подбили мне? Точно? Ну, мы можем его рисануть, но это я сделаю чуть позже. Чуть-чуть попозже мы с вами это сделаем. А, вон там еще один Локи у нас есть. Странно, у нас что, двое их? Что-то, честно говоря, не очень понял. Так, а как они могут нас пробить, если они нас не видят? Через контратаку, вот как. Ну, давай так попробуем сделать. Еще минус один. Отлично. Ай-яй-яй, вот эти вот, конечно, ребята, жнецы Кри, они очень сильные. Ну-ка, рисанем или нет? Нет, по-моему, никого мы с вами не рисанули. И наш, как говорится, он жив. Я не знаю, он... Ну, Локи, он и есть Локи, он обманывает всех. Поэтому я... А вот сейчас, по-моему, вот действительно убрали. Мы остались без одного Локи, друзья. Ладно, если у нас с вами откатится скилл нарез, естественно, я попробую его... оживить обратно, если успеем. Так, ну что ты, опустошитель, ты совсем что ли оборзел, а?
не хочет погибать. У нас... А, вот, друзья, основной это Локи. Вон у него сколько здоровья. А то, видимо, какие-то двойнички были. Так, подмогу мою подбили. Так, Небула. Еще та говнюха тоже. Смотри, что делает, а? На мою минервочку нападает. Ну, хламонка, а? Так, друзья, давайте... О, прожарили. Рона, ну! Да что ж ты, не мог добить ее? Да-да, конечно, конечно. Ожила. Давайте обратно ее отправим. К праотцам. Нечего ей здесь делать. Так, ну что? Испепелитель Альтрона. Пора тебе отправиться в преисподнюю. Так, друзья, следующая команда. Да? Шестерочка. Финальная шестерка игроков, ё-моё. Так. Нам нужно применять массовые атаки по возможности, друзья. Так, пробьем. Слушай, ну довольно неплохо, но его хиляют. Ткачи вот эти вот. Так, а тут у нас опять не было живая, да? Ладно, я беру провокацию на Громилу. Так, кровотечение. И, наверное, вот так вот, друзья, ослабление сделаем. Ой, он упал. Что вы тут хотели? Разыграть партийку, да? Ты посмотри, как Небла, друзья мои, прокачана. Ну, пробаф она была. Вот ты шпана ненаглядная. Что ты делаешь? Блин, а почему она такая сильная? Почему я не могу ее, друзья, пробить? Ну-ка. Ага. Никого мы рисануть не смогли. Да и ладно, фиг с ним. Что с этой Неблой не так? Я не могу понять. Почему она... Так, отлично. Давай-ка. Ой, зачем я это сделал? Ну ладно, фиг с ним, ребята. Пускай мы будем с вами невидимыми, да? И вот у нас два двойника появляются здесь сбоку. Отлично. Не зря он, друзья мои, на обманочку, как говорится, да? Всех разводит. А ну-ка, минус не было, да? Так, точно. Ну что, теперь, наверное, я думаю, надо брать жнеца в оборот. Нечего ему тут духариться. Он уже достал на самом деле. Давай массовое кровотечение повесим на них. Так уж и быть. А? И дальше продолжаем разбирать. Блин, не было. Ой, не было. Минерва, ты что-то раскрылась слишком рано. Слишком рано раскрылась, они могут тебя атаковать. И могут подбить, естественно. Ну, только, наверное, не в этот раз. Верно, друзья мои? Так, фанатизм. Это что такое, интересно, друзья мои? Что за фанатизм? А, это Оракул Кри. А был похож на Громилу. Оракул, я так понимаю, это хиллер. Хотя аристократка вроде бы как тоже хиллер. Ну-ка, минусанули. Ну что, ткач и испепелитель, да? Двое тут охламонов у нас осталось. Это его хиляет. Но я думаю, что нет никакого толку, потому что мы его убрали. Фух, давай, ткач, потанцуем с тобой, что ли, на дорожку. Последний раз. Слушай, друзья, ну довольно легко мы здесь проходим. Да, команда Кри это все-таки что-то с чем-то, на самом деле. Когда у них синергия идет офигенно, их фиг пробьешь. Да, ушатали. Приближаемся к родной планете Кри. Чтобы успешно добраться до нее, нам потребуется захватить капитанский мостик. Угу, значит, следующая цель будет капитанский мостик. На 3 звездочки, шикарно. Правда, на этих уровнях, естественно, нам фармить нечего. Поэтому толку от 3 звездочек здесь нету. Космос 3.3. Но это уже, друзья мои, наверное, будет в следующей серии, я думаю, да? Так, посмотрим, что у нас тут по этапам. Ну-ка. Естественно, забираем. Так, ну, вроде бы, как и все. Ежедневные цели тут у нас что? Мы только один бой на арене с вами не выиграли. Да? Там, кстати, не обязательно выиграть, можно и проиграть. Факт то, что ты получаешь эти бонусы. Так, здесь. Здесь дай-ка я, наверное, друзья мои, маленечко... А, не могу. Не могу. Ну, давай хотя бы, наверное, вот здесь вот с вами, что ли, осталось то. Вот здесь вот. Доберем, как говорится, остатки наши, да? Ага. И еще один разочек. Все, друзья. По-моему, больше я ничего сделать не могу. Ну да ничего страшного. Ладно, друзья, увидимся с вами в следующих новых сериях. А на этом все, всем пока и до скорого. Удачи вам!